Так давай отдавим тогда и по-людски. Не, ну уже пиздец, ты смотришь, как он сосет? А смотрю. Соски лежит. Ну, слои нехорошо. Да нет, так не вставишь. Не, давай отдавим колесо. Так надо снять его. Надо снять его. Домкратом раздамкнуть. Хайджеком. Да нет, так не снимешь. Ну, есть вариант. Просто поверни. Давай хайджек. Не-не-не. Снимаем колесо. Ставим вентиль. Давай запаску. А где ты вентиль нашел? Книгу есть запас. Да, с собой? Давайте, наверное, сейчас будет обед. Народ. Давай обед пока сделаем, пообедаем. Добрый день, меня зовут Крис, я буду сейчас снимать кулинарное шоу. Подожди, можно сначала? Да нет, уже записано. Давай, о, ты красивый. Добрый день, меня зовут Крис, я сейчас буду снимать кулинарное шоу. Тут дети, детей уберите от экрана. Yeah, вообще, блин. До последнего. Все, пацаны, разъезжаемся, что вы мне на колесо наехали. Стой, овчарка там. Стой, я за слепым еду. Стой, говорю. Дельфин, блин. Остановись, говорю. За слепым едем. Хоть какой-то контент будет, да? На серию против. Да хватит, блин, можно камеру не выключать будет, блин, серия на 12 часов. А был онлайн, слышишь, вспомнил про 12 часов, или 8 было, я уже забыл, когда рекорды онлайна вставили. Бородача, когда будку снимали с Муни Мога, там онлайн то ли 8 часов, то ли 12, я уже забыл. Без остановки онлайн, блин. То было, конечно, времена, да. Там смотрели, там что-то подсказывали. Не помню уже, сколько зрителей было. Блин, слепого хрен догонишь, блин. Мы на трехкратном зуме, блин. Главное не переедь его. Подсветка номера у него крутая. Сейчас попробую показать. Вон, видите, лампочка висит. Так, организатор впереди. Да. Вышки везде, слышишь? Все, блин. Какие-то заповедные охотничьи места, да? Заповедные наоборот. Противоречия я назвал, наверное. А что то? А, только Плычка, помнишь, тут проезжали мы? Ну, тут много раз проезжали, кстати. Да. Да расскажу, давай. Все равно снимать нечего. Короче, едем. По Болгарии в таком режиме мы проехали 2000 километров. Видео называется «Вокруг Болгарии». Там 7 серий. Только начинал я свою блогерскую деятельность. Даже еще не начинал почти, можно сказать. Круто было там, конечно, Болгария. Так, Андрюха ищет оффроуд. Что-то нашел. Смотри, Ниву тестируют на сликах. На сликах. Да, нам... Больше запачкаться. Сейчас расскажу, давайте преодолеем препятствия. Да хотя тут нечего преодолевать. Короче, что про Болгарию? Ой, про Болгарию. По периметру мы ее объехали всю. Такие места там вообще просто, людей мало. Такие, блин, заповедные места, горы, озера. Озеро на 2000 метров. Зимой, говорит, лед, по льду ездим. На 2 километрах высотой озеро Доспат называется. Насколько я помню. И городок также называется. Там поломалось у нас, что-то мы там чинили. Хорошая там серия. Вокруг Болгарии забьете на канале, найдете. Там и плейлист, наверное, есть. Короче, что про Болгарию хотел рассказать. Ну и тоже там много таких дорог. Ну, не таких, разных. И едем, приехали на озеро, ночевали где-то над гладью озера, на скале. Высота 100 метров, наверное, над уровнем воды, если не больше. Так подходишь вниз, смотришь, страшно. И Каплычка, понял, открыто на шпингалете просто. Иконки стоят. Ох, это вспомнил, увидел нашу Каплычку. Такое там место. Но мы в конце октября поехали мы в рейд. В 20-х числах октября мы ехали. Ну, шикарное было путешествие с Вовой, конечно, вообще. Потом была Албания, Македония, так я и не сделал ничего. Не знаю, где этот контент, где-то нам
на заглюченных. Может, у кого-то есть, восстановить надо. Ну, не восстановить, просто заглюченные жесткие диски, надо их... Перестало видеть, то есть ничего не стерлось, оно все есть. Надо просто диск оптимизировать, как правильно сказать, оживить. По 4 гига, 2 жестких, 3 жестких диска. И что-то их торбануло. И там Болгария, там Македония, Албания. Албания вообще, слышишь, блин, тормози. Тут было спуск интересный. Короче, Албания была проклятая дорога. Там есть у нас кусочки какие-то, я выкладывал. А, по самой проклятой не помню. Ну, что-то были там какие-то кусочки. 40 километров, 9 часов ехали. И памятники только, понял, вот так стоят, вниз смотришь, там, блин, километр лететь. И внизу такая, понял, полосочка из лазурной этой воды, горная река внизу такая извивается. И памятники везде стоят с фамилиями, там, 10 человек. И маршрутки, понял, маршрутка такая, как по Киеву, ну, сейчас уже такие не ходят. Мерседесы, которые до спринтера шли, понял? Ты вторые или ты первые, они называются. И на этих, на моноприводе, они по этим горам валят, блин, навстречу, блин, камни там. Ну, я тебе говорю, ну, мы на 5,7 были, понял? На стоковых шинах, где-то защита там наша лежит в этих албанских Альпах, называются они. Защита где-то лежит наша пластиковая. Ну, такой пыльник пластиковый, понял? Отбили крепление, болты там на 8 или на 10, отбили болты, и защита потерялась там. Ой, да, поездка была крутейшая. Малому, ему 6 марта вот в этом месяце было 15, а тогда ему было 5. Это 10 лет назад получается. 5 лет, ну, планшет спасал в дороге. С планшетом он там... Ночевали в этих Альпах, понял? Ночевали где-то на какой высоте, не знаю, километр, полтора, короче, октябрь, конец. Холодина, отопления нету в отеле, понял? Своими спальниками там они какие-то нам дали, одеяло свои, мы в свои спальники залезли на их кроватях. И потом рассчитывали, слышь, утром есть там видео, как Вова, рассчитываемся с местным этим, ждем его, то ли сдачи у него не было с баксов. Что-то мы его ждали долго, пока поехали. И потом с этих Альп спустились. Опять пока спустились, опять вечер, короче. Пока мы с них спустились. Ну, не вечер, день, наверное, был. И город Шкодер называется. В Шкодере. А Албания, кто не знает, страна... О, страна Мерседесов. Вот и кладбище. Страна Мерседесов, понял? Пока в Шкодеру спустились. От 123-го до 222-го все модели есть. Про 124-е все, блин. Вот, слава Украине. Спасибо этим ребятам, да, которые дают возможность нам тут спокойно, относительно. Кладбище действующее. Спокойно прокатиться. Героям слава. Да. Албания. Ну, это все было. Это все было давно. Да. Собака в окне. Слепого, как плюшевая вроде она. Она мохнатая, да не так холодно. Ну, сейчас Андрюха говорит, может, там где-то помокрее будет, пониже. Да, Албания крутая была, крутая была. Есть там какие-то кусочки в этом Шкодере, как мы по Шкодеру едем, понял? Они дорогу переходят, правил вот то, как показывают, знаешь, как ходят женщина с детьми там поперек. Там один на руках, один в коляске, один за руку, я уже не помню, или один привязан где-то. Да, в Шкодере из-за Мерса мы едем. Ночевали потом на пляже. Ну, классно, классно было. Албания такая колоритная. Круче всего Танзания была. Там Танзания уже снято подробно все. 48 серий, 3000 километров. Можете зайти посмотреть. Там есть что посмотреть. Там и оффроуд, и тигры, и слоны, и гиены там, короче, за бородавочниками там бегают.
сожрать их хотят. И тут едем в Украине. Так, ну доехали, подъем хоть какой-то, ну, я не знаю, слепой. Слепой едет без проблем вообще. Ну, сухой подъем. Сухой подъем. Когда мокро тут, конечно, это этот подъем, нет? Ну, где тут боком летел Рубикон красный. Нет, это ж там, первый. Это этот. Первый год. Нет, это этот. Ну, или дальше тут. Не, или не доехали, ну, где-то в том направлении движемся. Не-не, это... Где-то, да, тут исполняли все. Не этот, ну, а может и этот, ты знаешь, вон там елки эти. Да, этот подъем. Узнал ты его, нет? Нет. Он этот он подъем. На первом подъеме. Не, этот. Посмотри видео. Там да на первом, то само собой. Это здесь было потом, помнишь, где рубились? Долго, где Михалыч там подсказывал, где серебристый Рубикон вправо куда-то ушел, клепался. Первый подъем. Не, это вот это он. Где бабу, где тетя пришла местная. Вот это он. Нет. Да. Нет. Ну я тебе говорю, это он. Ну посмотрим. Да, ну что смотреть, вот эти елки. Да, до неузнаваемости все изменено. Последний оффроуд перед войной здесь был по этому маршруту, да. 4 дня до войны, 5. 19.02.22 тут все было. Да, долго мы тут подымались тогда. Смотри, тут слепой едет спокойно на моноприводе, а тогда было сложно. Быстро едем без напряга. Места, да? Не узнал ты? Я сейчас стану, никто ленюсь без. Они, 100%. Да, ну маршрут четкий, как был тогда. Перед войной. Их тоже был февраль, сейчас-то март уже. 19 февраля, на месяц раньше был. Смотри, рядами посажены. Рядами посажены, елки. Елки, не елки. Ох, дремучий лес. Ну, летом, конечно, едешь как в тоннеле, так вообще ничего не. И такой кровавый закат был тогда. Мы как раз уже к вечеру сюда только добрались. Что-то было сложно, там мокро было. И 40 машин было примерно. Через 5 дней кровавый рассвет, да. Да, валим по весеннему лесу. Бабай. Оффроуд на электричках. А что, застряли или что? Да, или куда мы поедем, блядь? Так объехать, а вот тут. Как? Там такое брышу проедет. Да? Она не проедет. А как вас сюда занесло? Ну, конечно, 4Х, ты шо? Как занесло? Ехали, блядь. И оффроуд начался. Да не, вон слева можно проехать. Хотите, накатаем? Это известная лужа, я ее узнал. Ох, тут рубка была. Ну, не на таком стоке. Ну, хотя таком... Пилот опытный очень, очень опытный. А, Брый, вот он говорит, где съедет. Давай, лопата есть, мы там подкопаем. Смотрите, как надо. Не, он что-то он употребил с утра. Что-то оно как-то получается, вы просто интересно. Да не, мы вас тут не оставим одних. Не, только вперед, куда назад? Да у нас нет в колонии такой машины, поехали с нами. Поехали с нами. Спасибо. Если там будет еще такая хрень, блядь, то мы ее нахер. Ну да. Так а заправились хоть? Да никак бы все ничего, ну, блядь. Ну мы не хотим просто...
машину сбить. Тарапать не более. Ну да. Не, вот тут можно аккуратно и проехать. И у нас есть нормальный пилот подготовленный. Нет, не надо. Он может проехать. Да, да. Андрюха, проедешь, нет? Он сегодня выходной. Красный бочину себе видно царапнул уже так нехило. Да не, ну то машина специальная. А, специально подготовленные люди. Да, да. Да, да, там нормальная вот банда, там разные есть. Углубляет на заднем приводе. На заднем приводе. Так, еще один. Этот не углубляет. Этот не углубляет. Теперь ваш выход. Не, ваш еще. А, еще наш, да. Соточка. О, вот так можете, как он ехал, вот так можете и проехать. Не, скинет. Так. Не скинет. Так, а вы не полный привод? А, моно. Тогда да, тогда да. Да, да, там их много. Так. Куда, куда? Куда вы? Вадим углублял, старался, нифига не помогло. Что случилось? А, сосок оборвал. Ну подожди. Так давай я давим тогда и по-людски. Не, ну вы пиздец, я представляю. Ты смотришь, как он сосет? А смотрю. Соски лежат. Ну слы, нехорошо. Да не, так не вставишь. Не, давай отдавим колесо. Так надо снять его. Надо снять его. Домкратом раздамкнуть. Хайджеком, да не, так не снимешь. Ну, есть вариант, просто поверни. Давай хайджек, не-не-не. Снимаем колесо, ставим вентиль. Давай запаску. А где ты вентиль нашел? Книгу есть, запаска. Да, с собой? Давайте, наверное, сейчас будет обед. Народ. Давай обед пока сделаем, пообедаем. Сейчас вот я не знаю, то ли тут рассосем. Да тут давай где-то припаркуемся, вон полянка есть там. Мы... Тут и покушаем. Тут дров, кстати, много, можно покушать нормально. Дрова есть, говорю, тут. С дровами напряженки нету здесь. А ну поверни право. Да не будет ничего. Не-не, оно не раздуется. Так, сейчас колесо, что на монтаж в лесу будет. Все отлично. Чуть-чуть еще протяни, да. Чтобы он шел оффроуд, поехал куда-то. А вот и дорога, Андрюха. А? Тут можем кататься, хорошее место, смотри. Да, да, наверное, просека какая-то. Дельфин сейчас найдет дорогу новую, то мы тут не ездили. Тут я с ним отшел. Кулинарное шоу? Да, на руку тебе. Давай я как кулинару мне. Я чистыми постараюсь, максимально чистыми руками. Да, сегодня такой оффроуд у нас, что да. Руки. А шкуру не снял с колбасы. На. Стой, я сниму шкуру. Так, шиномонтаж. Блин, начинается. Крис собираем, сказал. А мы хотим по 50. Ты сосиски мы спирт там делает? Да, в этом. Так тут ты в курсе? Добрый день, меня зовут Крис, я буду сейчас снимать кулинарное шоу. Подожди, можно сначала? Да нет, уже записано. Давай, о, ты красивый. Добрый день, меня зовут Крис, я сейчас буду снимать кулинарное шоу. Тут дети, детей уберите от экрана. На Facebook такое выкладывать нельзя, вы в курсе? А, вот, до сегодняшнего нашего приготовления блюда нам необходимо а, сосиски. Я вижу, одна такая есть уже. Блин, сосиски. Надо в сторону. Ну, дети в шоке. А, там прям конкретно? Прям конкретно, покажи. Mm-hmm. А, это статуя. Девчонки. Ну да, но... Что, статуя, она рабочая. Статуя, рабочая статуя. А, да есть статуя, как вот этот анекдот? Не завожайте. Настя, уйти, а то заработал. Шономер? Учал? Да. Мы выпьем по 50 капель. Да.
Давай, не завожай, без этого. Надо успеть еще закусить, понимаешь ситуацию. Вот, у нас идет сосиски. Теперь покупаем в аптеке такие средства, называется красная шапочка. Червоная шапочка. Заливаем. 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 Давай, наливай. Ты выпил уже? О, вот это заливание, а то, что Крис делает, ерунда какая-то. Мне чуть-чуть. Так. Теперь нам необходима зажигалка. Так это сидр. И убери хлеб. А хлеб уберите. Уберите хлеб. Хлеб уберите. Вообще такую херню я делаю обычно, Крис. Крис, убери руки. Все, вообще надо было на землю это кинуть. Не треба. Стол сгорит. Не сгорит. Там двойная. Это на капот явки все рубили. Ничего не страшно, это на твой стол. Под конец нашего кулинарного изготовления мы доложим еще помидоров. Там оффроуд, блин. Там и колесо, по-моему, меняют. И колесо уже добро сняли. Добро пожаловать в нашей кухне, подходите. Готово уже? Нет, еще нет. А что, третьего не будет? Открыть. Пиво мы же. Давай третьим. Юля говорит, я не поеду обратно на эту кухню. Говорю, да? Говорю, значит, чулка. По-моему, ты рано кинул помидоры. Да, вон внизу термос. Это называется сосиски по-джиперски. Вот, в любом лесу... Сосиски или сосиска? Сосиски. Сиски. Докторская. Сиски тут по... докторская колбаса. Это слабо спирт, говорит. Нормально. Нормально. А, блядь, слабо? Что надо сделать? Ничего. Я могу взять. Не, я уже развернул. А ты проверил, как горит этот стол? А кого стол? Не парься, он недорого стоит. Купишь тебе это. Варус это у нас как раз есть. Так, будешь доедать? Так, колесо разбиваем. Надо хайджек второй бы, блин. И можно было бы хайджеком оторвать бы. Хайджеком отрывается, вот так ставишь. Да, конечно. Че ты его порвешь, друг? Ну, ты это знаешь? Да я с детства отрывал эти колеса. У меня москвич был. Ну, давай потихоньку. Да так колесом... Проблематично нажать, надо под самый диск нажать. Стой, подожди. Становись. Да, стой. Становись сразу. На колесо, да. Ага. Есть домкрат? Есть простой домкрат, Вадим? Гидравлический. Или хайджек. Ну давай чуть-чуть. А? Трубчатый здесь не поможет. Трубчатый какой? Давай. Ну вот такая. Ну, поможет. Поможет. Только надо. А есть еще хайджек один? Я нет. Не хватит веса. Да, конечно. Поможет. Да, да, да. Где? А здесь нормально? Куда? Назад. Или назад идем, да. Вот этот крюк. Или по центральной. Блин, а тут мешает запаска, или нет? Не хватит, он низко стоит. Чего? Можно либо это, чуть назад, да. Нашли. Ну, так, ну, так, а смотри. Так и до асфальта мы дойдем по чуть-чуть. Да. Давай. Какая ты красивая собака, барабака. Блин, они тебя заставляют это колесо катать. Ну это ты... Вот, смотри, под вот эту... Да. Под швеллер как раз. А что это, швеллер, да? Да, тупо швеллер. Да? Да. Оригинальный, да? Оригинальный. Ты красавчик, пахнет от меня собакой, да? От меня собакой пахнет. Ты лизун, маленький лизун. Золотой. Красивый мальчик. Не заважай. Ты красавчик, маленький. Маленький, да? Сколько ему?
Масенький. Как он понимает? Что ты делаешь? Да. Ну, чтобы на высоту стало. Подними просто флажочек. Да. Новый еще. Не разработался. А ну, поднимай. Все. Работает, работает, наверное. Ну. Не, я не понял. Не, просто как-то если это, чтобы можно сразу нужно высоту. Да, там поднять, чуть-чуть. Все правильно. Вот так вот, только чуть-чуть. Да, да. Отодвинь, чтобы мы диски не поцарапали, понял? Да. Это понятно. Значит, оно не поможет. Да, конечно. Ну, вот одним, так. Одним да. Ты не снимешь, стой, не спеши. Сейчас так будем вот еще вырывать лебедку, увидишь. Сюда будет машина эта заехать. Руслан, ну я же уже я знаю эти скаты, я же уже проверял, давайте. Не, ближе, ближе, ближе. Подставь сейчас, ближе, чтобы под вот самую кромку. Да вы что не поделали? Блин, что-то желтый какой-то. Да он не разработанный просто. Все, выставляем. Максимально плотно, да. К ободу. Не, ближе, ближе, ближе. Сейчас, под самый обод. Ну давай еще класс. Да уже там. Давай, давай, ну сейчас идет. Не, колесо двигай. Не, колесо отодвинь чуть-чуть. Подожди, да. Все, давай. Ну или так, да. А, веса не хватит. Ну будем прыгать сейчас на машине. Подожди, колесо тоже. Хозяин, блядь, знает, а ну. Так, осторожно, смотри, ручку. Чтобы палец туда не ручку было. Держи, главное в руках ручку держи плотно. Она по голове отлетает хорошо. Назад не подходит. Там на паркинге? Да. Все, теперь. Стой, все. Шок, все. Да, подожди, успеем. Пускай задний подъедет. Чтобы не поднялась или что? Да, пускай задний подъедет. Так как и подъедет, ручки мешать будет. Ну сбоку. Будем держать вот так вот. Сбоку подъедет. В чем проблема? Не, нам надо ждавить. Сбоку подъедет. Да стой ты, хватит ты как машина почти. Руслан, весишь. Сейчас надо будет лебедкой вырывать его. Руслан, вырывать диск с резины. Да ну что ты рассказываешь? Ну ты мне будешь рассказывать, мы уже бортируем. Ну дави, Руслан, две недели, давай попробуем две придавить. Недели назад занимался. Давай придавим. Дави. А, то что тогда в ручье? Да. То вот так долго из-за этого. Пока ты ручей преодолевал, мы его сделали. Все, хорош. Все, сейчас, Руслан, просто... сейчас мы пожалуйста... его поднимем просто, оно сейчас поднимется. Все. Не надо. Ты сейчас резину просто рубанешь мне. Да не рубанешь ты никогда резину так. Руслан, ну я знаю. Все. Давайте, кто-то заедьте, как-то подожмите. Вот это вот фиксируем, куда его? Да. Как его зафиксировать? Что надо это окунёшь. Руслан, я сколько на этих колесах езжу? 7 лет. 7 лет уже? Я ни разу не разбортировал. Блин, и 0,5 было, и все остальное. Ты мне будешь показывать. Оно вроде видишь, вроде вы, а дальше все. Оно... О, нормально. Да. Еще. Все, потихоньку. Отойди, Вадим, да переедет тебя сейчас. Отойди, переедет тебя сейчас. Да я держу, что выкрутит. Давай. Ровнее руль. Не, то сильно. Давай. Так, а что ты не хочешь оторвать дальше? Блядь, лебедку, блин, что-то. Не знаю. Да ну вот так это должно оторвать. Кого? Сорвать должно. Не могут без придавить. Теоретически, да. Не верит, короче. Не идет? От чего они так поставили? И вот нужно было поставить вот так домкрат? Нет, так правильно. Он соскочит. Кому? А, да? Выскочит? Давай попрыгаем на машине, может она развышит. Глянь, что говорит. Еще. Технология. А теперь надо тянуть вверх? Говорит, что очень плотно сидит из-за этого. Ой. На божечке. Медленную скорость. Короче, берегите зубы. Понял? Вот этот кусочек должен быть внизу. Право, влево. Не, в другую сторону. Так еще раз поставить. А там двухскоростная, да, лебедка? Ну, лучше сейчас медленнее скорость. Понятно. Понял, надо разбортировать, закинуть сюда. Так вентиль уже нашли, уже два вентиля нашли. Что-то я таких технологий еще не видел. Ну, Руслан, ну,
Да я понял, понял. Когда, когда надо было. А давайте мягкий шаг. Просто, есть, да? Есть, есть, сейчас. Ролик я купил. Что это? Ролик к мягкому шагу. И что, поможете? Теперь... Да, там типа получается... Мастер-класс. Он еще спальнику не получил. Да. Может, якусь палку? Чтобы диск держало. Не, так диск надо, чтобы поднимать сейчас. Не, его то поднимать, чтобы там... он не выскочил, понял, не вырвал его. Никто по зубам не получил. Далеко не вырвет. Так куда его вырвет-то? А там, стой, там лебеды нет? На? Есть. Давай ту лебеду. Зачем? Очень мало. В эту сторону тебя, а этот будет сейчас диск просто сюда тянуть. Да, да. Ну, попробуй чуть-чуть. Не пойдем. Ну я чуть-чуть могу попробовать. Не надо, не надо, не надо. Там есть лебеда, да? Я немного не догоняю, как механика вот этой вот движется. Так, знаю, Саня, купишь УАЗ, узнаешь. Я тебе говорил, покупай УАЗ или Ниву. У тебя сразу поменяется. Ты на иномарках просто привык все время. Хотя у тебя шишига была, тебе после этого нечего бояться. Видел, дрова на костер уже сложили, можно поджечь только еще. Еще раз вытаскиваю. Его нет. Давай блок. Блок. А что, что не так? Ну, угол, Андрюха, угол большой, да? Да по колесу будет идти. Ну дельфин пусть едет. Там нигде. Так а если вот за отсюда вот его не видно. То что по колесу. Да надо вверх. Сразу, чтобы здесь вот, по бамперу ничего. Так под бампером. То что по колесу, наоборот, через колесо нормально было. Сейчас еще второй будем бампировать. Так оно слезет вниз. Ну отпусти немножко. Давай лучше с этой стороны его тянуть, потому что... Ты двумя крюками, наверное, держись. За этот шакл двумя крюками, если уже на то пошло. Туда вверх будет я логичнее тот. Я не могу понять потихоньку. Механику. Пробуй потихоньку. Хорошо, Руслан. Да, сходит. Видишь? Да что, ну хайджеком давить надо вниз. А не давят, уже машину поднимают. Раздавил, уже машину поднял. Ну станем все на машину, на бампер и все, а на колеса. Ну, все... На колеса не поможет. Смотрите, можно попробовать по-другому. Его нужно сейчас отпустить, колесо перевернуть и надавить еще раз. Нет. И эту процедуру проделать несколько раз. А хайджек срабатывает, хайджек, нет? Придавить еще. А ну, пройдет там между машиной? Пройдет, да нажимай. Да ничего ты не порежешь, там плоское это. Там оно плоское, как шиномонтаже. Дави его, оно оторвет. Всю жизнь так отрывали, блин. Да, машину поднимают, машину отрывают. Да машину мы придавим, сейчас запрыгнем все на машину, оно оторвет. А? Да ну блин, я просто так делал миллион раз, блин. Тут просто важно, чтобы оно плотно, вот как сейчас оно хорошо зашло, оно оторвет просто. Ну, оно оторвет. Он плотно зашел, как должно быть. Я вижу. Ничего ты, покрышку ты не порвешь в жизни так, плоским этим. Ну, можно просверлить вот тут отверстие и шаг оладеть. Вот тут просверлить отверстие, два. Можно через лобовое, чтобы через, через стойку можно, но это будет в стекле трещина будет просто. Генератор иди. Бокс, может его через ремень, правда, дерево слабое. Дерево слабое. Я специально делал... Андрюха смеется, блин. Блин, ну надо придавить, оно же не придавлено вообще. Ну, да, ну не придавлено, я тебе говорю. Хайджек не проходит там еще? Нет, не проходит. Не хочет, короче. Не слушает старших. Сколько ты лет в оффроуде? До поля туда, до края не докатится. А дальше? Давай побегем.
Давай двумя лебедками. Новые технологии пошли. Не надо, давай. Кто оранжевый? Давай. Раз. Отдай лебедку оранжевую. Оранжевую давай. Стой, там не надо уже. Поменялась концепция, да, тут меняется каждые 20 секунд. Давай свою лебедку еще. Двумя, короче, бортировка УАЗа двумя Рубиконами. А, кстати, да нет. Стой. Вот на этом даже. Ну, давай так. Ты свою не спеши. Сначала вот эту берем. Давай. Все, теперь еще можно. Все, а ты давай. Да не даст, она вниз не дает по голове, она вверх дает. Хорош, давай. Вверх. Охренеть. Вообще, блин. До последнего. Все, пацаны, разъезжаемся, что у меня на колесо наехали. Так что, вентиль вставляем, подожди, где дырка? А подожди, домкрат уже снимаем. Да не надо, дырку вставим давай. Дырка, знаешь, как западло. А, вот есть. Как раз там, где да. Надо. Вставляй вентиль, только вытри грязь. Я глянь, внутри какой чистый, посмотри, новый внутри вообще. Подожди. Идеальный. Блестит, как черная Волга. Куртка красивая у тебя. Да. Да. Блин, у меня вообще черная какая-то черти шуба. Такого ты не видел, да? Я просто отжимал просто хайджеком. Да, просто хайджеком, и оно подпало, если бы дальше давили. Машина потяжелее. У тебя? Ну да. Какая? Ну потяжелее. А, потяжелее у тебя было, да, такая с кабиной. Да, и там также высоко бампер, я прям в бампер упирал и давил. И просто давил, и все. Да, и я так и говорил. Ну, видишь, нежность любит просто. Давил двумя литрами. Два Рубикона надо. Ну, для контента нормально. А потом, да. А потом я собрал такой разжиматель слепого для шишиговских колес. Да? Там вообще гидравлическим домкратом за 2 минуты разбортировал любое колесо. О, вот это круто. Вентиль был. Вентиль. Повезло нам. Вообще, пальцы хорошо, что много людей. Подожди, там надо вытереть грязь сначала. Подожди, там две резинки. И там, нет, там снутри чисто, снаружи надо вытереть. Изорвало. Ну это крутой вентиль, вообще красиво. Да это вообще, ты что, не видел это? Нет. Да тут такое было, ты все пропустил. Ты все пропустил? А, посмотришь, там один записывал человек. Бомба, вот такой вентиль разборной поинтереснее. Ну, а только когда он цепляет и его ломает, то нет, потом... Я знаю, что есть такие вообще туда, которые прячутся. Да, только там неудобно потом качать, спускать, геморрой, блин. Знаю, насколько его тянуть. Ну, без так фанатизма. Хватит, да. Если будет чуть протравливать, ничего не, страшного. Не, он не будет протравливать. Ну, Саш, я так понимаю. Я понял, что его обламывает еще проще. Да, по-разному, как повезет. Все, разъезжаюсь. Разъезжаемся? Отъезжайте. Да нет, то сейчас снимем, потом грязь повытряхиваем. Так, ты там... Осторожно. Давай. Все. Шприцуются, стабилизаторы шприцуются. Резину, да? Резину. Ну, там заглушишь. Фильм будет называться как чип из мастер-класса, да? Давай. Да, да. Резину поломали. Да сейчас она надуется. Опускайся. Хорош, смотри, как он работает четко вообще. Вообще офигенно работает домкрат. Смотри, щелк, как часы работает. Ну так первый раз в оффроуде домкрат. Да? Первый раз в оффроуде домкрат. Так это он не в оффроуде, это он на шиномонтаже. То есть не уехал домкрат почему-то. Ты далеко домкрат и не прячешься, ребят. Да не, все нормально. Да нет, на заднем приводе нифиг ездить просто. Да не, нормально, хоть покушали, блин, отдохнули. Все укачивать начало. Стой, надо по... десертик, блядь. Да, надо по... Да рукой. Блядь.
Сань, надо прочистить надо. Да почистить надо. Это набито там было? Возьмите этот, воздухом продуйте. А нет, там надо рукой пройти. Что она сейчас сядет так? Так что хрен садит. Не, надо прошкрябать. Не надо. 7. У меня стоит. Ты людей покормил? Да. Кормит. Я сам ел. Шляпу выберу. Я смотрю. Офигеть, блядь. Вы втроем, конечно, ярко смотрите. Дельфин дорогу ищет в машине. Представляешь, сейчас какой-то человек по лесу грибник едет, и дельфин выходит ему навстречу в этом халате. Ты прикинь реально, как он ускорится. Да, да, вот. Китайская дешевая резина. Это Bighorn Maxxis. Ты что, это круче, чем Трипадор, блин. Потому она и едет так, ты понимаешь? Ах, почему эта машина так едет? От названия просто, да? Да. Просто от названия. Качай. На, Андрю. Ты качай. Ну что, грибняк, евро или че? Широкая покрышка. Что там, если мы его 12-9? Ну, наверное. 8,5 может. Там почитать надо. Андрюх. Блин, дельфин на тебя этим направил. Понял? Вон, видишь, направляет. Это же несколько было халатов. Где ты делал? Вот, он не помни, помнишь же? Да помню, он не застал, его не было тогда. Тогда с Италии. Его не было там. Сколько там халатов? Андрей, а не было, не помню. Опять кто-то украл их, или что? Что? Опять кто-то украл? Мой. Нет, а те 7. Я их купил в Италии. Так, а здесь их украл кто-то или где они? Не, люди позамовляли, и тогда мы раздали там. Ну, я понял. Слышь, Андрюха, фотка тебе, вроде ты все сделал, понял? Никого в кадре нету, две машины и ты, и колесо. Села уже? Почти. Так плотненько оно, конечно, одевается. Повезло, что вентиль был. Да ничего, так накачали, получат, забили, да поехали. Да? Ну, как вариант, да. Ну, все на монтаже доехать можно. Как вариант. А что в той луже было? Ничего там? Но... Было, да? Да. А я с другой стороны стоял, не видно было. Да, оно большое, там надо накачать, чтобы село. Опа, есть. В рот еда не попала? Да то померяешь своим. Там уже тройка. Так, все, можно перемещаться на обед. Да, такой шиномонтаж. Что, по матрешкам? Ты вроде всю жизнь на шиномонтаже работал. С первого раза. Да, да. Еще не такое будет. Я вышел с машины, когда оборвало. Со мной, если бы ехал, ничего бы не было. Все, всем спасибо. На здоровье.
стартуем дальше. Сотка с прямотоком, наверное.